Село Нижняя Шиловка уже ничем не отличается от города. Везде порядок, чистота. И таких игровых зон в этом году обустроено 5. Депутаты городского собрания Сочи довольны, помогли детям. Эта работа идет уже не один год. Если мы просто обратим внимание на ту нашу деятельность депутатскую совместную, то мы увидим, что уже на территории Нижнешиловского округа находится более 40 детских площадок, которые также были по предложениям территориальных общественных самоуправлений предложены для реализации. Такие детские площадки – результат совместной работы с местными советами ТОС. Они, как никто другой, знают все проблемы района и обращаются к депутатам для их решения. С депутатами взаимодействуем довольно-таки часто по причине того, что наша работа – это наша работа, но без их поддержки мы тоже не можем ничего сделать. Наше обращение поддерживают депутаты, а мы поддерживаем депутаты. Как получается, один такой очень мощный, скажем так, мощная сила получается и для продвижения тех или иных вопросов. Допустим, в том же, с те же самые дороги, например, асфальтируются уже в сельском округе. Председателям советов ТОС сегодня депутаты вручали благодарственные письма городского собрания Сочи. Это признательность за совместную работу на благо жителей курорта, а конкретно юго-восточного избирательного округа номер 1. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.